Когда ты убиваешь, он такой, не знаю, по-моему, кайфово. Хуй знает. Туда и донатить не надо, и всем турниры с хорошими призовыми. Ну да, да, да. На самом деле, вот можно же было это все сделать. Например, взять вот этого лысенького магистра, Йоду, еще несколько задротов вот этих конченых. Взять, сделать вместе с ними какую-то атрибутику. Взять, сделать какие-нибудь игровые карточки. Сделать специальные скины. Сделать скин, ну не просто скин опенкап, да, как там нарисовали какую-то хуйню, как школьник в пейнте. Оранжевые и беленькие полосочки, блядь. Какой-то, я не знаю, вообще флаг. Не знаю. Ну, я не знаю, какой-то флаг, короче, реально. Не буду говорить, какой, а то люди могут обидеться. И... Нихуя себе. Это Элис Крышевой. Лежит на крыше. Кто молодец, Дум молодец. Это, конечно, не мое дело, Димон. Просто интересно, где мелкая? Антох, мелкая все ушла от меня, она все вещи собрала, уехала из квартиры. Вот. Я еще пытался как-то с ней общаться, но в конечном итоге мы вообще разосрались. Просто я тоже как бы там. Не хочу это все по новой рассказывать, я уже два стрима подряд одно и то же рассказываю. И тут, короче, она свалила. Одним словом. Чувак такой чувак. Вот. И значит, сделать скины. Блять, ёбаные стеночники, да пошли вы нахуй. Как они заебали, а просто как они меня заебали. Вот, сделать скины именно команд. То есть, например, вот да, есть скины от Na'Vi, там, есть скины от Virtus.pro, есть скины там от Фнатиков, еще от кого-то. Сделать скины такие, то есть, например, хочешь, вот, допустим, у тебя, допустим, есть эмка, да? Допустим, какой-нибудь... Ну, не магистр Йода, я не знаю, честно, наших опенкаперов, я слабо в этом шарю. Ну, допустим, какой-нибудь Трусквард, вот есть какой-то пидор, которого зовут Трусквард, его все время обцеловывает этот магистр Йода. Вот, допустим, он штурмовик вроде, насколько я помню. Например, скин там, да, от Трускварда, там будет какая-нибудь там лысая голова там с черепами, например. То есть, ну, надо нарисовать красиво. Опять же, не петушиный скин Деда Мороза, как на калаше, а что-то реально крутое нарисовать. Рисует крутой скин. Ты заходишь в магазин, видишь, так, вот, скин там, допустим, как там их команда называется, я не знаю, петухи.про, например, да? Петухи.про скин, на, допустим, на АХ-308, там изображение логотип магистра Йода, например, или логотип команды, и, допустим, да, какой-то там символ магистра Йода, например. И чувак, который от него фанатеет, который смотрит его канал, покупает это, покупает этот скин. При этом магистр Йода получает, допустим, с покупки, ну, рублей 10, допустим, ну, образно говоря, да? Он покупает с этого рублей 10, он разогревается, при этом, там, допустим, процентов 5 получает Mail.ru себе, чисто в свою копилку, а остальное идет, допустим, на турнир. И вот такое делать для многих чуваков. И при этом не просто делать и ждать, а заниматься продакшеном этих людей, потому что, ну, нету сейчас у Мейла других киберспортсменов, нету. Вот и все. И надо заниматься продакшеном этих людей, чтобы, соответственно, людям, вот этим всем школьникам, которые от этого фанатеют, чтобы им хотелось это все покупать. И тогда действительно будет расти уровень турнира, понимаете? Но они этим не занимаются. Они этим не занимаются. Вот и все. Эта схема очень простая. Да, мелкая сама не знает, что хочет, как все бабы, и денег, и внимание сразу, пишет Никита. Никитос, я думаю, что ты, наверное, один из тех людей, которые в последнюю очередь реально на самом деле знают, что хочет мелкая. Не могу сказать, что я знаю, что она хочет. Но ты, наверное, один из последних в списке из тех, кто, ну, типа, знает, что она хочет, так что не стоит по поводу этого. Не сыпь мне соль на рану, как говорится. Ну, помнишь, песня такая была? Вот, и если бы все, короче, это происходило, то, что я писал, у нас была бы нормальная киберспортивная игра, и даже похуй на все эти лаги-баги, потому что
За баблом все бы приехали. А когда все бы к нам приехали, знаменитые команды, вот эти, у нас все было бы ништяк. У нас уже совсем другой уровень был бы. Как говорил Мортит, люди будут покупать донаты, бабоскины, чтобы приобрести преимущество над другими. Да. Будут, конечно, но тут еще не только в этом вопрос. Ну, короче, вы так вот, кто думающие люди есть, вот вы пораскиньте мозгами над тем, что я описал. Это реально, это рабочая схема, которую можно использовать, чтобы развивать дальше проект. У нас в данный момент просто кукарекают про какой-то киберспорт. Да, это просто в скукареке. На деле даже никто не может нормально трансляцию настроить. Она отключается. Прямо во время игры отключается трансляция. О чем вообще здесь говорить? О, чувак. Не везде минус 50 левел. А вот ни хера себе, он еще и его убил. Супер заливка. Нифига себе, он всех, короче, поубивал. О, хорошо, что он не сдох. Дум три раза крест дал, пишет Коренной. Это тот челик, которого я убил. На самом деле он только один раз у меня попал, остальные все разы он мимо стрелял. Кин от бомца, помпец на пушке, норм тема. Помпец, да. Короче, типа прокид сейчас будет. Такой вот какой-то. Наверное. Тоже в шапку. Ёбаный в рот. Слушайте, ну это эйс. Это эйс из пяти шапок. Вы видали, что я сотворил сейчас? Подруб пишет. Я такой подруб, да, ребятки, я подруб. Дум, ну твой план звучит хорошо и честно. Это бы было давно, дало новое дыхание игре, а то уж слишком все однообразно. Даже сделать не успели, ну нихера себе, реально, я что-то как-то больно сурово пацанов раскидал. Я шикнул. Они как-то не очень довольны, мне кажется, остались. Как вы считаете, парни довольны тем, что сейчас произошло, или не очень? Наверное, нет, но, блин, жалко, что я, короче, еще... Я немножко растерялся, надо было сразу идти и медику еще шапку ставить, чтобы это был вообще мозголом, но я как-то тупил. Пончик орёт, вы слышите? Пончик, ты чё ругаешься? Ты шо ругаешься? Ты шо шкарпетки потерял? Ты шо шкарпетки потерял, дружище? Ну, короче, давайте еще котюлечку, наверное. Дум характеристики ноута, скажи, модель ноута. Модель GT726UE. Доминатор Pro G, характеристики, значит, процессор i7-6800HQ.